Меня зовут Микан, я родом из Туркменистана, учусь в филологическом факультете, третий курс, специальность французская филология, итальянская филология, учу языки, романские языки. Моя страна находится в Центральной Азии. Мы очень богаты, имею в виду нефть и газ. Столица наша Ашхабад, это означает город влюбленных. Город очень беломраморный, скажем так, сказочный город. Иногда заставляет любить город два раза больше. И такое иногда чувство появляется, что я горжусь, что я туркмен. И вот такая у меня столица. А я сам из города тоже, из Ташауза. В Беларусь я приехал в 2017 году, как я вышел из самолета, просто такой воздух. И я просто душ... это новая страна и новые возможности. У меня такое впечатление, что я, о, все, теперь я приехал учиться. Надо добиваться больше, больше и больше. Почему я поступил в филфак? Первая причина. Ну, как я люблю языки. Я олимпиадник по английскому языку, у меня второе-третье место в республике. Пошел на французский язык, и я об этом не жалею, это реально прикольный язык. Учу французский, итальянский, это для меня что-то новое. Но, скажем так, когда я прихожу в филфак, это душевный факультет, ты заходишь, и у тебя в душе спокойствие, и ты знаешь, что это твой факультет. Это, вот, у меня такое чувство, что здесь у меня все получится. Тут, ну, языки я буду изучать литературу. Вот мы сейчас изучаем Бальзака, читаем его произведение на французском. Да, это трудно, конечно, это вообще... Я сижу, но мне это нравится, потому что я сижу, я читаю, я знаю слова, грамматику, вижу, что это старый классический французский, что я знаю, что раньше так общались. К иностранным студентам филфак относится, скажем так, с любовью. Особенно тем студентам, которые готовы всегда участвовать в чем-то, имею в виду, которые готовы раскрыть свои таланты. За 3 года, имею в виду, я ни один день не жалею, что этот факультет — это мое. Я человек активный, человек энергичный. И это сам не отрицаю, все мне так говорят, потому что это мне всегда помогает. И, конечно же, с оптимизмом. В РСМ, когда я пришел первый день, я такой, я хочу записаться к вам. Хорошо, давай, давай. И я с их помощью поехал в лагерь. Работать зубровника на смену, это было замечательно. Это был первый мой опыт быть вожатым. Я обожаю детей. Я до этого работал с детьми. И я знаю, что я переводчик, я филолог, я преподаватель. Педагогика — это тоже мое. Это мое, и я могу это делать, и я готов всегда к всему. Имею в виду учить детей. Показать правильный путь, показать, что правильно, что нет, что такое черное, что такое белое. У меня тоже будут дети, я буду знать, как он себя будет вести, какую компанию, какие друзья у него должны быть. Это от зубренка, вот, и получается, ну, у меня уже первый опыт лагеря в Беларуси. Это 8-й отряд, вожатые, лучшие самые, а это 5-й отряд, тоже самые лучшие вожатые. Те, кто были бригантины, первая, вторая смена, всем привет! Это 2 прекрасных мадмуазели, которые я работал вожатым. Я здесь работал с опытным вожатым, которые уже до этого работали. И вообще интересно было. Быть иностранным студентом БГУ, быть часть этой семьи. Как мне говорили, помню, на первом курсе, двери для иностранных студентов БГУ всегда открыты. И ставьте цели, а БГУ вам просто откроет дверь. Вы зайдете, покажете свой характер. Но это время надо ценить, надо жить настоящим и думать про будущее. Спасибо огромное, Букву.